Всем привет! Ну что, сегодня 1 июля, дамба. Так, проход-то открыли. Ну, смотрите, сколько здесь машин. Ого! Это что-то несусветное. Туда едут, сюда едут. Ну, смотрите, пляж города Якутска, дамба. 202 микрорайон. Вся дамба в людях. И пляж то же самое. Смотрите, сегодня 30, где-то 32-35 градусов. Вот это да. Вот это здесь людей кишит. С этим можно столько людей. Оно действительно жарко в городе. В городе вот сюда вот, как отдушина от жары сегодняшней. Вот сколько пришло. Вот это да. Купаются, детишек много. Ну тут водичка теплая. Пляж официально работает. Открылся вчера, 30 июня. Спасатели, все есть. Ого. С ума сойти можно. Такого я еще не видел, конечно. Что, пройдем через вход. Пустят с велосипедом, нет? А, есть велосипедами, да. И прогуляемся. Да уж. Смотрите, тут велики стоят. Велосипеды, самоката не оставляют. Ответственности не несем. Вон там вход. Да уж, да уж. Здесь продают фастфуд, быстрое питание, кофе и так далее, бургеры. Так, ну на пляже есть туалеты. Вот они, синенькие. Также сделали здесь спуск. Вот спасатели там сидят. На вышке наблюдают за людьми. Да, передевалочки есть. Вот передевалочки. Тут видим, прохладительные напитки продают различные. Вот. Сколько здесь вот народу? Сложно даже подсчитать. Ну, несколько тысяч точно сейчас есть. Кто-то вот такое сделал себе, палатку такую из подручных средств. Люди сидят здесь, пикничок маленький. Кто-то с палатками, с зонтиками пришел. Здесь видим волейбольная сетка. И играют в волейбол. Где у них мячик-то? Тут я точно вижу, играют в волейбол. Да, или как это называется, игра. Мячик отбивает. А, вон. Здесь вот тоже импровизированный волейбол. Ну, смотрите, там вообще-то мелковато. Здесь вот люди вон по колено ходят. Что, играют здесь? Вроде как играют. Оп, давай. Пух, пух, пух. Так, сейчас я вот проходочку сделаю по дамбе самой. На самой дамбе тоже люди, люди, люди. Вот здесь вот где песочек, они сидят. Им дамба вся в машинах. Лодочная станция. У кого есть лодка и денежки, могут вот здесь вот ее, свою красавицу лодку оставлять на парковку. Вот там даже какие-то типа яхты есть, катера какие-то блатные. Ого. Ну и залез я здесь вот на эту горку. Сюда хорошо видно.
Но сейчас уже 7 час, поэтому люди начинают уходить, сворачивать. Что ж, хороший отдых. Приблизим еще. Смотрите. Это что-то нечто. Ну что, давайте еще дальше там пойдем, где 203 микрорайон, там было какое-то озеро, и там тоже люди купаются. Там посмотрим ситуацию. Мы вон туда дальше проедем. Вот так вот просто пришел посидеть. Здесь вот тоже люди на камушках сидят. Кто-то вот на лодке приехал, приплыл вернее, да? Смотрите, здесь на чем купаются. Сапсер уже это, да? Точно? Сапсерф. Вот такие вот катера плавают. Туда куда-то погнал. На протоку. Ух ты, воздушная подушка даже, смотрите. Или как это? Точно? Десятикратный зум. Сейчас поближе приблизимся. О, смотрите, сколько их там? 4 человека на сапсерфе. Обалдеть, небольшое волнение есть. В принципе, люди, вот смотрите, и вот здесь вот пляжик есть еще. Так, катера. Что-то он гнал и остановился. А, двигатель. И вот там на том берегу мы видим тоже. Сейчас я приближу. Это не люди случайно. По-моему, люди тоже. На том берегу. Вот они. Не знаю, как качество, снимаю на сотик, поэтому извините, как получилось. На том берегу тоже люди есть. Так, ну что, вон туда, дальше пошли, в ту сторону. Вот тоже пляжная зона здесь есть. Прямо люди вот здесь вот сидят, сюда даже не спускаются. Так, а где же эта плюшка-то была? Где же плюшка была? Кому-то здесь удобнее подъехать с этой стороны, и вот здесь вот купаться, загорать. Ну, видно, уже люди домой идут. А, вот это вот. Вот эта помпушка-то у нас. Смотрите. Это водный мотоцикл, и вот сзади это ватрушка, плюшка. И там люди сидят. Вот так вот. Водный мотоцикл, да, я так понимаю. Струя за ним такая. Кучик-кучик. Ну что, удовольствие, почикать на море. Еще бы этого. Банан. Водный, да? Наверное, банан тоже есть. Ну, это 1 июля, поэтому еще, наверное, жара-то будет стоять. Поэтому будут люди купаться и... Соответственно, может еще что появится новое из аттракционов таких вот. Вот эти как он погнал, а? Вот туда вот. Туда нельзя заплывать, кстати, туда нельзя. Тут уже говорят, вчера человек утонул. Так что будьте осторожны на воде. Соблюдайте безопасность водную. А, вот плюшка. Плюшка. И вот еще какие-то туристы. Мотоцикл.
Это вот желающий, да, прокатиться, я так понимаю. Ну что, так, теперь вот эта зона видна, да, здесь люди тоже есть, загорают. Мы сейчас вот туда пойдем. Я вижу, там тоже есть. Ну что, вот Лена Турфлот. Наблюдаем обстановочку. Вот это вот озеро. И в нем тоже людьми тьма тьмущая. Вот отсюда люди приходят. Вот прямо машина останавливают здесь. И вот сюда вот идут. Купаются. Здесь видно вот круги. Надувать можно. Что-то продается тоже. Да, чем вам не Майами? Чем вам не Майами? Я что-то не знаю, в этих вот кабиночках мороженое продают, видно. Как на море, как на море. Людей, как на море, как в Анапе. А может даже больше? Нет, в Анапе больше точно. И тут вот люди, везде люди. Смотрите, шашлык делают. Продают мороженое, пирожное. Да, тут, конечно, очень интенсивно. О, катамаран, что ли, там? Точно, катамаран. Гребут на катамаране. Ё-моё. И тут тоже народу. Тут на вот этих сабсорфах больше людей, кстати. Судно на воздушной подушке. Вот. Плывет. Это с того берега, с нижнего, без тех. Вот таких два пропеллера. Сзади Нептун 29. Здесь парковочка прямо на песочек выезжает. Люди выходят с переправы. Моста-то нету у нас. Вот на таких вот лодочках и катаемся. Берег левый, берег правый. Еще вам немножко панораму этой зоны отдыха. С вами вот под этими супер домами находимся. Здесь тоже вот эта лодка стоит. И мы вот оттуда пришли. Там дамба основная. Упалка. Вот она какая машинюшка. Да-да-да. Здоровая. Нептун 27. Вот он плавает на воздушной подушке. Люди еще тоже какие-то приходят, потому что солнечно и жарко. Так что вот, что хотелось вам сегодня показать. 1 июля 2023 год, Якутск. Выход. Выход. Вот. Люди уже уходят. Ну что, до свидания, пляж. Пока. А мы сюда едем. Да, мусора тут навезли, надо убрать, конечно. Так, люди уже уходят. Тут остановки, автобусы ходят. А кто-то, кто недалеко, вот туда вот, в город. Просто пешочком.
сейчас уже все уезжают отсюда. Транспорт еще достаточно. А мы вон в ту сторону сейчас поедем. Туда. Вот так вот с ветерком мы едем. Не знаю, слышно меня или нет.